Луганске на здании школы номер 18 установили мемориальную доску выпускнику учебного заведения Сергею Рунову, который погиб в 1999 году во второй чеченской кампании. На торжественное открытие собрались ученики и учителя, ветераны труда и жители соседних домов, чтобы почтить память земляка, удостоенного звания кавалера Ордена Мужества. Инициатор открытия мемориальной доски – учитель истории, который, так же, как и Сергей Рунов, закончил 18-ю школу. Ну, он вел образ жизни такой спокойный. На рыбалку летом ходил, каникулы. То есть ничем не выделялся. Обыкновенный парень, вот рос, учиться пришел в школу 18-ю, так как жил здесь рядом. Поколение, у которых есть, которые знают прошлое, у них будет будущее, я уверен. Это доска для этого. Родственников у Сергея Рунова в Луганске, к сожалению, не осталось. После его смерти скоропостижно ушли из жизни и его родители. Поэтому ученики 18-й школы решили взять на себя обязанность по уходу за могилами солдата и его семьи. Но все-таки он защищал нашу родину, он погиб во время боевых действий в Чечне. И как бы он просто почтить его память за то, что он отдал свою жизнь, как и многие парни, вот, которые там погибли. В планах у учеников и учителей также присвоить школе имя Сергея Рунова. Уже в следующем году с таким прошением они намерены обратиться в Министерство образования края. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Специально для телекомпании «Канск», 5-й канал.